Всем добрый день. Мы находимся вот в город Канск, Красноярского края. Вот вчера нас принял очень добрый человек Евгений. Встретил нас по пути и предложил постой для коня. В таком месте не ночевали. Вот. Сейчас вот уже это вез. И как закончит овец, тронемся. Сегодня у нас в планах 30 километров до Большого Уря. Вот так вот. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем привет. Выезжаем из города Канск. Пересекаем реку Кан. Мост стоит железнодорожный. Реку Кан мы пересекаем второй раз. Раньше пересекали. Речка Кан — это была граница между Якутией и Иркутской областью. Сейчас пересекли его второй раз. Все отлично. Здорово, Лотта. Морковка. Пробуем морковку. Красавчик. А я, ну, попробую. Не надо ваши мне буржуазные. Инвигимини. Ох ты, красавчик. Ну что, пролетарий, кушаешь, да, все равно морковку? Понравилось? А, молодец, красавчик.